На горнолыжном склоне Мельничной собрались приверженцы гигантского слалома. Они выстроились у начала спуска, чтобы затем проскользить по трассе до финиша. В Кубке ВСМПО по горнолыжному спорту принимали участие спортсмены разных возрастов и разного уровня мастерства. От самых юных и начинающих до самых опытных и титулованных. Честно говоря, я в соревнованиях не участвовала уже более 10 лет. И как-то страшновато. Ну а так очень хорошо организовано. Единственная погода, с одной стороны, хорошо теплая погода, но для горы чуть-чуть неудобно тает. Но несмотря на капризы уральской погоды, лыжники неслись со скоростью ветра. Николай Малков, физорг цеха 32, облачившись в горнолыжное снаряжение и преодолев внутреннее сопротивление, помчался по извилистой трассе. Стоял перед регистрацией, наверное, минут 40, думал регистрироваться, не регистрироваться. Потом, ну, как-то не уверен в себе был, не готов. Первый раз, тем более, участвовать в таких соревнованиях. А потом все-таки куда прокатился? Ну, прокатился, почувствовал, что смогу, встал и поехал. На протяжении нынешнего сезона на горе Разгона велись строительные работы, которые вмешались в график соревнований по горным лыжам. Наконец-то состоялись соревнования по горным лыжам. То есть прошел на Мельничной кубок по горным лыжам работников корпорации. Это событие было перенесено с февраля из-за того, что у нас велся ремонт горы Разгона. И на другом склоне организовать соревнования было не то что проблематично, а просто сама площадка торможения была очень короткая, и не все горнолыжники, любители горных лыж могли бы справиться с этой задачей. Поэтому коллегиально было принято решение провести соревнования по завершению ремонта горы Разгона. С окончанием ремонта мы произвели все технические наладочные работы по пуску подъемника горнолыжного, настреляли необходимый объем снега, и вот к радости и к счастью любителей горных лыж запустили склон для проката. Две попытки и ни одного падения. Все 32 спортсмена успешно прилетели к финишу. Лучшее время показали Андрей Капралов, слесарь-ремонтник цеха 32. Самой быстрой стала Екатерина Рукавичникова, секретарь-референт цеха 12. В командном зачете золото получили горнолыжники из 51-го цеха. Серебряными призерами стали спортсмены из Кузнечного 22-го цеха. Тройку лидеров замкнула сборная цехов 12-го и 65-го. После состязаний в слаломе заводчане встали на сноубордические доски, продемонстрировав свое мастерство в этом модном виде спорта. На первую ступень пьедестала почета поднялась команда цеха 35. Второй результат показали спортсмены из цеха 60.